Ребята, снова здравствуйте, Шабалин Дизайн, личный опыт. Рыбалка, как обычно. Любимые колебалки, на которые я ловил, которых у меня тоже сейчас будем показывать. То есть колебалка называется фирма Lucky Strike Lizard. Масса 17 грамм, вот видите, перед вами 4 штуки. У меня вот эти расцветки, как бы, одну я там еще утопил, как бы. Вот, то есть вы видите, какое качество изготовления. Здесь тоже есть такой небольшой, как бы, прикол, какой. То есть вот две слева, там видите, есть значок такой, подковка. Подковка, вот на оранжевых ее нету. У меня еще была одна цельная, как бы такая оранжевая, по-моему, тоже. Вот, на них нету. Вот, допустим, самая правая, это вот что с ней случилось. Но я там вообще по-хамски обращался, на самом деле. То есть я там не сушил ничего, как бы это, то есть она облезла. Вот которая желтая справа, ближе к центру, она новая. И вот эти две, которые, одна серебристая, там похоже какое-то либо никелирование, либо хромирование. То есть и вот, которая тоже слева вторая, там какая-то тоже двухцветная она, в общем. Колебалка на самом деле хорошая, работает, то есть показала себя с лучшей стороны. Единственное, что я сделал, вот у них тройники, там видите, на новые, они вот такие, то есть я переставил на крючки, не зацепляйки. Ну крючки такие, как бы там, они на самом деле, то есть сезон их можно выкидывать, потому что они ржавеют, если их не сушить, им быстро кирдык приходит. То есть, ну вот такая вот колебалочка. То есть, еще раз повторюсь, Lucky Strike фирма, канадская, по-моему, масса 17 грамм, летит, ну, как все колебалки, то есть, она очень себя проявила хорошо на небольших глубинах, то есть, где коряжник, то есть, там где-то до метра, вот она вообще очень замечательно, я вот осенью на нее вообще замечательно, как бы, отловился, то есть, как бы так падает она хорошо, вот такая вот, ребят, колебалка от Lucky Strike, Lizard, еще раз, всего доброго, всем пока!